Ребят, всем привет! Привет! Сегодня очередная распаковка от китайских подписчиков. Уже прям целая традиция. И да, кстати, у нас новые шторы. Ура! Ура! Фон сзади поменялся. И, ребят, хотел вас спросить, если вам нравятся эти распаковки, то дайте знать, спуститесь вниз, напишите да, нет, в общем, нравится, не нравится. Но мы всегда будем эти делать распаковки, будем всегда делать трансляцию для китайских подписчиков и будем делать распаковку на видео. Вот, мне интересно, интересно ли вам эти распаковки? Дайте знать, я также сделаю в ближайшее время опрос и там тоже узнаю. В общем, начинаем. По старой традиции, камень, ножницы, бумага, да? Камень, ножницы, бумага, день колотит. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, и колотит. Раз, два, три. Буль. Вот я смотрю, не очень расстроилась. Держи. Так, Вероника у нас уже третий раз по счету, наверное, открывает. Здесь буквально вот здесь чуть-чуть. Щелкни, надави. Так, что же там, что же там? Отправлено было SF, это транспортная компания китайская. Самая быстрая, самая клевая. Давайте открываем. Так, белая бумага. Белая бумага. Вау, что это? Открытка. Открытка, читай, 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 там что-то написано. Сяочи. Син кай. Что значит? Получается, вы хотите есть что-то, это... Вы хотите сладкого много, да? Да. Держите сладкого. Сладкое. Окей, ладно. Послание. Вау, я хочу вот это. Первое. Что у нас? Давай, Ника, это говори. Это ягоды. Может, посмотрим? Все будем пробовать. Давай, открывай. О, что это? Мне кажется, это какая-нибудь желейка. Давай, открывай. Ой. О, это ягода. Если я не ошибаюсь, это... Ой, покажи. Помидор, что ли? Сихонши. Ну, вкусно. Мне нравится. Покажи. Вот там пару. Это помидор, что ли? Вкусно. Так, Веронике понравилось. Полин, почему тебе не понравилось? Расскажи. Мне уж мурашки по телу. Кисло? Неприятно. Ну, кисло, горько. Сладко, а ага. Это должен быть солененький такой. По вкусу похож на помидор, что ли? А мне нет. И он какой-то сладкий, что ли? Дальше. Здесь, что это, кофе, что ли? Окей. Дальше, что это такое, Поль? Это что такое? Орехи. Дальше, смотри, можно что такое? По чай. Чай. Орехи по пачкам. Угу. Сейчас все откроем. Давайте все сразу посмотрим. Это что такое? Не знаю. Это какой-то снэк. Какой-то. Мне кажется, это какой-нибудь сухофрукт в кунжутной семечке. Ого, виноградик. Обожаю, маринованный. Это вот что-то из этой серии тоже сушеное. Так. О, это что-то какие-то, может, конфетные, молочные конфеты, о, посмотрите. Мы такие обожаем. Прикольно, да? О, мясо. Это какао. Это какао, молочные конфеты. Мне кажется, они очень вкусные. И последнее, опа, лошадь. Лошадь там? Здесь, похоже, лошадь завернута. Халяльная еда, если я не ошибаюсь, судя по вот этим надписям. Я вот это беру. Так, ну давайте, что хотите? Молочные конфеты, окей. Да, они там с какао, видишь, какие они? Мы пробовали простые молочные конфетки. О, как пахнут. Я прям нюхаю. Я прямо открыла, и как они запахли. Пахнет они какао, прямо... действительно. На, тебе. Девчонки, вы открыли, прям пахнет. Я думаю, что нужно это дело заобзорить. Самые вкусные сладости, видимо, человек разбирается, это уже все пробовал и выслал все самое вкусное. О, май гуднес, это как вкусно. Шедевр. Шедевр прям? Да, прям шедевр. Так. Я очень люблю.
Сладкие. Молочные конфеты понравились вот всем. Давай, это тоже что-то сушеное, это похоже слива. Пахнет виноградчик. А, как пахнет вкусно. Давай, Вероничка пробует. Ну как она? Твердо? Нет. Мягкая? Она мягкая, сладкая. Это виноград. Ну, ребят, ну это слива, ну что вы. Правда? Ну, думаю, да. Сушеная слива. Пробует папа. Подсушенная так прям, да? Не сильно, да? Подхрустовая так прикольно. Сладкая, не кислая. Мне это понравилось, ну, так, чуть-чуть. Что именно не понравилось? Ну, что тебе? В конце как-то соленое и кислое. Кислое. Мне почему-то нормально зашло. Мне больше всего понравилось пока вот это. Спасибо. Она пахнет. Так, да, мне больше всего понравилось пока вот это. Вот это. Это. Да, и это. Помидор сушеный такое. Сомнительное удовольствие. Да, и Ген, короче, понравилось. И Ген, чуть-чуть понравилось. Открываем следующее. Ты не заметила, это чай! Ребят, развели, в общем, один пакетик чая. Это оказался соленый молочный чай. Давай, пробуй. Он понюхал, мне он нравится, как он пахнет. Он необычный, потому что он соленый. Это, вы такой, наверное, не пробовали еще ни разу. Не, я пробовала. Ну как тебе? Я тоже пробовала. По-моему, в школе он с шариками. Да он не шариками, просто вода была теплая и не весь пакет развелся. Вон чуть-чуть это остались. Я пробовал тоже такой продукт. Необычно. Но мы такой обычно не покупаем. Соленый молочный чай. Супер необычно. Это какие-то орешки. Ну ну давай аккуратненько. Тут зубы оставишь там. Это орех, что ли, какой-то? Ну-ка, покажи. Там. О, там финик внутри. Очень вкусно. А, это финик, наверное, да? Это финик. Ну, подай-ка мне половиночку просто. Как вам? Финика. Мне кажется, очень вкусно, потому что вкусно. Кунжут обжаренный. Вкусненько. Mm-hmm. Чуть-чуть сладенько, да, и прям вот этот обжаренный кунжут, да? Mm-hmm. Миска захотелось. Ну что, открываем один пакетик? Один, вот этот. Давай. Не очень. Ну, что ты выкаешь? Не только же сладости вам есть. Как запах? Да? Да что такое-то? Да? Что, мне как... нравится. Что ты придуриваешься? Ну, пахнет нормально. Ну, мне кажется, это остро. Так, папа пробует, а то вдруг... Очень остро. Вдруг очень остро. Остро нет. Остро нет. Нет пока. Я попробую. Нет. Даешь мои финики. Финик не буду, положи пока. Вкусно. Там чуть-чуть такой сычуанский перец есть. Он от него маленько не имеет язык. Это не остро. Очень вкусно, пряно. Дай мне попробовать. Это прям мясо. Ну, что так? Прям кусочки мяса. Что, остро? И остро, слушай. Поле остро, что ли? Ну вон вода есть, вон вода, вон чай есть соленый. Будешь чай? Воняет. А что воняет? Мясом пахнет и приправы. Это не ваша еда, это наша еда. Все, отставьте. Скажите, папе понравилось, папа будет есть. Папа, хочу он джигаома, пусть хуан и вот аж ла. Ла? Я не пробовала. Давай, открывай. Только хэн хаучи. Нет, вкусно. Так, прошу. Все. О, как он клево выглядит. Прям много ореха. Какой вкусный. Здесь, смотрите, грецкий орех. И потом нуга. Вот это белая, вот это нуга. Очень вкусно, очень необычно. Ага, понравилось, да? Да. Да, это очень вкусно. Да, это прям... Да, прям мне очень понравилось.
Чай очень вкусный, чай Папа я очень люблю. Папа я очень люблю. Посмотрим, что за чай. И здесь чай. Мягкая штучка. Что там, что там? Прикольно. Здесь прям поролонка такая. Давай откроем, посмотрим. Не надо. Вот этот, вот чего-чего, вот это точно не стоит открывать, потому что чай у нас пока открытый. И чтобы вот этот не испортился, его даже, если это зеленый чай, мы попробуем выяснить, то его надо желательно в холодильник даже убрать, представляете? Как сказать зеленый чай? Лютя. Лютя. Как? Лютя. Я неправильно говорю? Угу. Такая лютя. Ничего, вот где ты все добавляешь? Так, и последнее у нас как сладость, не сладость, снэк. Какие-то сосисочки. Что там? Сосиски, понюхайте. Это, как пахнет, оно вообще пахнет очень вкусно. Вау, как вкусно пахнет. Пробует. Ого, ты прям смелая такая, сразу же, а вдруг остро. Пробует папа. Я так понял, это сосиски из конины. Судя по красному такому мясу, прям краснющее. Папа, я хочу. Натуральное прям мясо такое. Я, пожалуй, доем. Вот такая у нас, ребята, получилась распаковка. Это было очень, все было вкусно. Вкусная распаковка сегодня получилась. Есть вот такие подарочки, будем чай пить. Вот этот очень интересный, будем пить соленый чай. Тоже интересно. Он тоже очень вкусный. И на этом заканчиваем. Да. Крутая распаковка. Спасибо нашим китайским подписчикам. Спасибо, это было очень вкусно. Нам очень нравится все вот это. Вкусная сегодня распаковка. Интересная, мясная, сладкая, всяко разная, да? Все, подписываемся на наш канал. Ставьте большие лайки под всеми видосиками. Ну и все, пока. Пока. Пишите комментарии.